Здравствуйте, уважаемые студенты и слушатели, и преподаватели. Мы хотим представить вам сегодня нашу концепцию, она называется «Сигроход». И в ней мы выявили такую проблему, как трудности при переходе на земле. Потому что мы сами не раз сталкивались с этой проблемой, и для нас она очень актуальна. Мы очень часто видим водителей в том, что происходит аварии, но зачастую мы виноваты сами в этом, перебегая дорогу в ненужном месте. Перед нами стояло две задачи. Во-первых, обратить внимание людей на эту проблему, чтобы больше привлечь к ней. И во-вторых, снизить эту агрессию между пешеходами и автомобилистами. Поскольку мы искали поддержки в интернете и нашли очень много групп, которые называются «Я ненавижу автомобилистов», также «Я ненавижу пешеходов». Вот. Поэтому это были наши главные задачи. Также мы провели опрос, по которому спросили, хотите ли вы изменить эту ситуацию, 80% людей ответили «да». Вот. Мы сняли мини-интервью. Также на этих значках есть ссылка на сайт, мы говорили людям, что когда они спрашивают, а что это такое, мы говорим, вот
девушка, она из этого шла, она слушала музыку, вообще совершенно какая-то, и когда мы уже подошли, да, она вообще как-то так от нас отстранилась, потом она улыбнулась, сказала спасибо большое и пошла дальше. Да, также мы их детям тоже давали. Вот, еще у нас по ходу всего проекта возникла идея сделать такую 3D-инсталляцию пешеходного прихода, поскольку обычно зебру многие не замечают, она стирается и возникают различные проблемы. Мы специально это все моделировали, склеили из картона такие прямоугольники размером 1,80 м и вынесли все это. Вот, внедрили это все, то есть положили на дорогу, но поскольку мы не могли сделать это днем, большой поток машин, и ну, мы не хотели идти по пути вандализма. Вот. Тем не менее, машины там тоже ездили, и все, кто приезжал, мы, естественно, все останавливались. Даже угадывались. Но это тоже вызвало очень много эмоций. Называем всех пешеходов. В первую очередь
тоже являетесь пешеходами, останавливаться перед пешеходным переходом и уважать пешеходов. Спасибо за внимание.